Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для SharkBite 2. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. Так, вылетело с сайта, заново заходим, значит. И теперь смотрите, у кого нету чита, заходим во вкладку Exploits. И здесь скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Также напоминаю то, что Splash используется с ключ-системой. Далее в поиске пишем SharkBite 2, нажимаем поиск. На данный момент пока что есть только один скрипт, потому что игрушка новая, буквально недавно вышла. Вот, в дальнейшем будет побольше скриптов на этот режим. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Значит, копируем его. Заходим в игру. Открываем чит. Вставляем скрипт, сам чит. Далее заходим в «Настройки». Ставим DLL от CRNL. Напомню то, что CRNL тоже используется с ключ-системой. И убедитесь, что у вас включена функция FixKeyError. Потому что если эта функция у вас не включена, то, скорее всего, у вас вылетит с игры. И вам придется целый час ждать, чтобы прошла ошибка. Так, далее. Нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока мы с вами заинжектимся. Так, тут какая-то ошибка вылезла. Еще раз нажимаем. И ждем. Все отлично. У меня получилось заинжектиться. Значит, смотрите. Ключ нужно получать раз в день. Также сейчас я вам вставлю небольшой отрывок видео, как я получал ключ от CRNL. Там немножко система получения поменялась. Но сейчас, я думаю, вы увидите и поймете, как это делать. Так, ну, в принципе, я думаю, вы поняли, как это все делается. Далее, получается, открываем опять чит, нажимаем кнопочку Xcode, и вот появляется скрипт. В принципе, функций немного, но есть самая одна крутая функция, это Instant Kill Shark. То есть, мы включаем эту функцию, берем в руки оружие и смотрим, что сейчас будет происходить. Так, давайте сюда перебежим. Чуть-чуть скрипт отодвинем. Так, и смотрим, где у нас вообще акула плавает. Пока что ее не видно. Но, короче, как только она появится, то у меня автоматически начнет стрелять оружие по ней. И тем самым мы ее с вами очень быстро убьем. Но почему-то акулу я не вижу. Вот. Вот, все, выстрелы пошли, как видите. И дамаг очень быстро я и сношу. Прям буквально считанные минуты, и она сейчас уже откинется. Самое главное, чтобы мы успели ее убить, пока она тут полностью нам все не развалила. Короче, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, упал. Это очень плохо. Короче, когда она в зоне видимости... Так, чуть не убили меня. То по ней дамаг наносится. Когда она из видимости пропадает, то, к сожалению, автонаводка на нее не срабатывает.
Вот, получается, чтобы вам ее быстро убить автоматически, нужно, чтобы она была у вас в зоне видимости. Если она не в зоне видимости, то, к сожалению, убить ее не сможете. Так, все, последние 4 хп осталось, и куда-то она пропала. А, нет, все, ее убили. И смотрим, кто сейчас будет на первом месте. Так, ну-ка. Смотрим, да. И как видите, я на первом месте. То есть, я ни одного выстрела не сделал. За меня это, грубо говоря, сделал полностью сам скрипт с автонаводкой. И я оказался на первом месте и получил довольно много, получается, вот этих зубов, акульих. Когда сейчас новый раунд начнется, также будет автонаводка работать. Когда у вас акула в зоне видимости появится, то вы ее автоматически сможете убить, не нажимая вообще ни на какую кнопку. Самое главное, скорее всего, по-моему, чтобы оружие у вас было в руках. Если не в руках, то, естественно, убить ее, скорее всего, не сможете. Ну, в принципе, на этом все. Весь скрипт. Единственное, могу показать еще сейчас другие функции. Это Fly. Ну, самая стандартная функция. Здесь, допустим, поставим Q. Сейчас пропадет вот эта вот картинка. Я вам покажу то, что он работает. И другие функции тоже. Нажимаем Q. Так, меня тпхнуло. Да ё-моё. Сейчас. Включаем. Не дают показать. Как специально. Либо сажусь, блин, либо какая-то заставка начинается. Так, Q нажал, но почему-то Fly не хочет работать. Давайте скорость побольше поставим. Да, как видите, скорость я больше поставил, и теперь получилось. Как видите, я летаю. Далее, скорость получается. Включаем, также ставим максимальную скорость. И, как видите, я стал намного быстрее плавать. Дамаг, кстати, по акуле тоже что-то быстро наносится. Кстати, возможно, все-таки не нужно, чтобы у вас было оружие в руках. Насчет этого точно я не знаю, не проверял. Но почему-то сейчас ей очень много дамага нанеслось. Буквально за секунду. Ладно, и получается последняя функция Infinity Teach. Вроде правильно так читается, хотя фиг знает, не знаю. Ну, к сожалению, эта функция не работает. Раньше она работала, буквально там 2-3 дня назад. Но сейчас эту функцию пофиксили. То есть можно было бесконечные зубья, ну, зубы акулы получить. Сейчас уже, к сожалению, этого сделать нельзя. Только вот с помощью этого скрипта быстро убивать акулу и фармить на этом, получается, зубы акулы. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Напоминаю то, что ссылка на мой сайт, как всегда, в описании. Пользуйтесь им. На этом мы заканчиваем. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.